Я умный Спанч-Боб, я читаю книжку. Женечка, привет. Привет, чё, ничего. Я умный Спанч-Боб. Давай, говори, чем мы сегодня заниматься будем, скучно же. А, да я там посылочки заказал там. Какие, ну-ка? Да, 6 маленьких посылок. Мне что-то... О, это, наверное, мне. Я заказывала, помню, короче, наборы для выпечки, потом наборы для бурята, разные насадки. Я, короче, все это профукал и заказал 6 роботов. Круто, да? Подожди, чего? 6 роботов. Ну, как тебе, помнишь, 2, только 6 теперь. Я поговорил с продавцами, они сказали, в этот раз не бракованные, они не захотят устроить судный день. Ты уверен абсолютно? Он сказал, гарантия продавца там что-то. Ну, в общем, он что-то на китайском сказал. Но я через переводчик переводил. Ну, в общем, там, ребятушки, да. Ага, ребят, вот куда он все наши алмазики, которые мы накопали, потратил? Вот на этих роботов. Сейчас, вот он сказал, что эти роботы умеют добывать алмазы. Короче, сейчас 6 включим, они добудут 100 алмазов. Я, конечно, спросил его, а почему он сам так не сделает? Но он сказал... Он не хочет богатства, он делает роботов. Я не думаю, что он соврал. Честный китаец. Все, пошли, ма. Серьезно? Серьезно, ты не думаешь, Ма, ты не думай, ты не рассуждай. Нормальный магазин. У него знаешь, сколько отзывов? И они не накручены. Все, ма, пошли. Да? Уверен, да. Что не накручены? Да не накручены. Да не, ну там 5 звезд вообще, ма. Они самые крутые в Китае. Они делают, короче, крутых роботов. И он сказал, они все исправили. Ну что так и не скажет ребенок, чтобы игрушку ему дали. Ну как игрушку, тут вообще капец, конечно, друзья. Ладно, все, погнали, я их там сейчас будем забирать. Быстрее, ма, давай пулькой. Да еду. И, кстати, я еще из магазина притырил, короче, эти костюмы супергероев, суперхеро. Поэтому, если что, мы оденем и все, понимаешь? Какие взял? Супермен и еще кого? Ну, суперменов двух. А, 2 суперменов, а мы же там кого-то более сильного находили с тобой. Да фиг с ним, он медленный, а тут я думаю, надо побыстрее, ну в случае чего, ты понимаешь, ма. Ты же сказал, что все исправно. Ну, исправно, но меры предосторожности нарушать нельзя. Ну, кто его знает, может так. Где моя посылка? Там? Так, ну-ка, где? Так, все. О, смотри, вот супермен набор, давай, ма, бери, короче. Оп-оп. Ну что, сразу что ли одеваемся? Конечно. Смотри, как я клёво выгляжу. Смотри, у тебя голова на уровне... Нормально, на уровне пояса. Да, смотри, как я... Чисто, короче, я супер-пацан. Ну да, выглядит, конечно, устрашающе. Ну я, да, крипово, ма? Очень крипово. Короче, ладно. Чё ты? Что ты так смеешься странно? Так, ладно, все. Ты чихаешь. Ладно, короче, давай, где твои роботы? Мои роботы тут. Ой, подожди-ка. Оп, да что такое? О, а что они мне ставятся? Ма, что ты... А, во, ставятся. Да ё-моё. Убочки. Аккуратно, ма. Так, все, здесь один поставили, сейчас второй поставим. Так. Второй. Ой, блин. Так, все, мы их, ма, поставили. Теперь, короче, активация. Подожди, тут же 3. Че 3? 3 робота. А ты хотел 6. Нельзя сразу 6, ма, активировать. Надо сначала по 3. Все, пошли туда ставить, пока эти активируются. А, окей. О! Видишь, третий не активировался. Ага. Сейчас доактивируем. Сейчас доактивируем, ма. Китаец говорил, что немного некоторые бракованные, но типа сильно не серчать. Подожди, ты сказал, что они все нормальные. Да? Да, ты так мне сказал. Но он сказал, могут быть проблемки, но они несущественные. Выглядит достаточно эпично. Смотри, как мы возводим прям вышки такие. Ну да, ма. Сейчас, так, только включаем. Так. Кладем, короче, энерго... О, я думаю, здесь вообще... Короче, Китай сказал в этот раз использовать водородные стержни. Сказал, самые эффективные. О, так. О! Смотри, все заряжают. И теперь ты сейчас 2. Подожди, ты сколько поставил? 1, 2?
три, четыре, семь поставил? Ты не, ну там один не активировал сама. А, он бракованный, окей. Да. Сейчас этих еще зарядим. Так. О, они все такие разноцветные, прикольно. Ну да. Ой-ой-ой, тихо, осторожно. О, короче, мам, мы сейчас будем выбирать, за кого болеть. Давай, взлетай, как Супермен. Смотри, у нас, значит, есть белый, синий, так, фиолетовый, желтый, черный и красный. Кого выбираешь? Как... Я беру фиолетового. Фиолетового? Окей, да. Я тогда беру... А давай двух, а потом еще между ними выберем. Я тогда возьму красного, черного, ты фиолетовый, кого? И желтенький. И желтенький, ладно. Так, короче, по идее, они сейчас пойдут нам алмазы копать, ма. Круто? Так. Ну давай, да, ждем. Так, только где их копать будут? Ну, под землей, наверное. Я думаю, не начнется восстание же машин. Нет, ма? Не, ты че? Ну ладно тогда, погнали! Ой, так, блин. Ой. Че там такое? Я немножечко тут... Чуть-чуть совсем. Ой, подожди, по-моему, опять какая-то активация не та произошла. Ма, аккуратно! Блин, не могу, что происходит? По ходу дела, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинается какая-то жесть. Ого! Мой желтый твоих, короче, бьет. Так, все, короче, давайте красный и черный, разбирайтесь. Все, пошел батл. Все-таки нет, ма, они бракованные, китаец нас опять обманул. Да я уже поняла, блин. Ой, я тебя вижу. Погоди, а кто против кого? Они против нас или против друг друга? Они против нас и против друг друга. Короче, ма, давай летаем и мониторим, кто... Нифига, окей, я валю тогда твоего красного. Ого! Меня крякнули. Нет, тебя еще не крякнули, погоди, ты... Меня крякнули? А, да, тебя крякнули, слушай, меня тоже крякнули. Тогда... Нифига не лютые. Я, короче, появился на этой... Как его? А, ты поняла, они, короче, сломали наши эти костюмы. Блин, почему? А у тебя вроде есть... А, у меня нет кофты и ботинка. Ботинок. Да, да, да. Ботинков. Короче, ма, иди прыгай сюда, ко мне. Надо быть аккуратными, слушай. Надо быть вообще аккуратными. Где они? Так, сейчас я тебе дам костюмчики. На, костюмы. Так, ты мне еще дополнительно даешь на себя. Да, 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 да. И все, и там лучше креативу подрубай, ма. Давай, полетели, короче, смотри, что они делают. Ого, смотри, там вообще. Смотри, они просто бомбят. Подожди, а где? А вон красный, черный тут. Я лечу, погоди, лечу к тебе. Отлично, ма, давай. Капец, я в шоке просто. Тут вообще просто идет восстание машин. Интересно, кто кого? Мой желтый улетел в небо. Короче, друзья, вы тоже в комментариях напишите, за кого вы болеете. Цвет быстрее. Вот я написал красный и черный. Ты кого сказала? Я фиолетовый и желтый. Я всё. Твоего бомблю. Не помогай, так нечестно, давай честно. Честно? Мои же фиолетовые и желтые, поэтому я твоих бомблю. Ты можешь тоже будешь в моих играть. Не, я так не буду делать, и чё? Смотри, твой красный вообще убежал куда-то бороться с синим. Ой, блин, моего черного развалили, капец. Ура, я пока что выигрываю. Капец вообще. О, кого-то еще бомбанули или нет? А, нет еще. Нет, а твои какие там, фиолетовые и желтые? Да. Ну, блин. О, кого-то... О, фиолетового раскрошили. Нет! Блин. Кроши красного, кроши его. Красный, текай. Красный. О, смотри, твоего тоже раскрошили. Все, твоего желтого. Блин, серьезно, желтого раскрошили? Да, все, ма, ты проиграла. Белый увин. Блин. Смотри, а твой он... красный, а где он там? Он кстати? Там, так, он пока один на один сражается. Он что, раскрошил его? А нет. Между ними, о, смотри, белый подрубается. Сейчас, короче, это будет. Да. Бедные жители. А где мы, кстати, сейчас? Ой, блин, мы же сейчас летаем над какой-то деревней. Ну не над какой-то, а где, короче, наши эти жители, ну ладно.
О, надеюсь, они. О, давай, давай. Ой, убить. Блин, красного бомбанули. Короче, мам, мы оба проиграли. Да, кстати, остались последний... в итоге роботы, за которых мы не играли даже. Да, последняя ставка это... О, белый вин. Еее, красавчик. Смотри-ка, белый побеждает, добро побеждает зло всегда. Белый выиграл. Да, ой. В них еще можно садиться, ма. В смысле? Ну-ка, пошли, пошли за мной, полетели. Погоди, по тебе бомбят. Ты где вообще? Не могу понять. Я около магазина. А, ты в роботе? Нет, я в магазине. Магазин? Сейчас, погоди, тепнусь. Ма, ты что такая грустная? Ой. Я не грустная, я тебя потеряла. Ты хочешь всё. Еще кого-то поставить? Я хочу, чтобы мы в них сели, ма. Я сейчас тебя научу. А, давай, давай, давай. Короче, сейчас, друзья, вообще будет классно. Так, сейчас я их активирую. Короче, так. Активаторы ставлю. Так, так. И сразимся против того. Сейчас я скажу, какого я выберу. Да не важно, какого ты. Ой, я фиолетового. Ладно, выберу, ладно, я тебя оставлю. Как сесть? Смотри, подлети на бошку и садись. Все, я сел. А, в креативе надо быть? Нет, не важно в каком. О, все, я жгу. Я что-то не могу, погоди. Подожди меня. Прям над башкой, прям над башкой встань и прям в башку войди. А, получилось! Во, да. Офигеть! Так, а как мне выйти? Ну все, больше никак, чисто там ходи. Ой, блин, он у меня тут это. Вот, все, теперь ходи. Ты не выходи, ма! Погоди, я не могу, у меня не получается. Чего у тебя там не получается? Не могу в голову залезть. О, вот я как бы залезаю, у меня коннект просто включается. Не-не-не, но он потому что уже оживился, тебе надо было быстрее входить. А, то есть я тебя не смогу, что ли? Ну, сейчас новых поставим. Я, короче, своего заморозил. Смотри, он заморозился. Я тогда тоже своего заморожу, погодь. Ну, ты не сможешь уже. Блин, промазала. Я его уничтожила. Короче, те эти бьются. Смотри, ма, иди сюда быстрее. Давай, все равно посмотрим, кто кого. Главное, очень быстро, поняла, да? Да, поняла. Где ты? О, там кого-то разбомбили. Белого, да, бомбанули? Не вижу. Да, да, белого бомбанули. Мой фиолетовый белого. Так, ну он как бы не твой. Он как бы уже все против. Так, сейчас я тебя найду. Я, короче, около магаза стою. Окей, нашла. Все, сейчас в него потом сядешь. Я пока еще сейчас одного активирую. Я уже сразу все приготовлюсь. Прям говоришь над головой. Да, вот взлетай теперь вниз, опускайся просто вниз. Во, все, отлично. Окей. И теперь иди. А вперед, то есть просто как обычно хожу. Да, да, да. Или назад там. Как-нибудь. Понажимай кнопки, он пойдет как-нибудь. Во, все, идет. О, я пошла, прикольно. Да, все, круто. С ума сойти, круто. Че, круто, да? Да, да, погоди. Так, а теперь кого мне того разносить? Как да, все, ты вот как раз сейчас стреляла. А, я... А, это я стреляю? Да, да, да. А, блин, меня разносят. Вот ты сейчас нажала там какую-то бомбочку. Сейчас я управление посмотрю. Так, давай, в общем, смотри. Короче, управление. Блин, где оно тут? А, вот. Короче, вот ищи оно, там короче. Случайные кнопки. Все нажимай. А, надо нажимать. А и Д. Да, вот, А и Д, так. Во, все, стреляй в него. Бомбочки, да. Да, во, давай, давай, нормально, гаси ма его. Там еще огнемет есть, давай огнеметом как-нибудь, лазером там. Во, лазером жги. Давай, ма. Иди, короче, на него, клавиша, по-моему, S нажми. Сейчас, S. Во, все, идешь, давай, ма, я тебя буду координировать, давай. Вот оно как это. Давай, ма, батл, я, короче, буду смотреть за тебя болеть. Давай, гаси его. Во, нормально, нормально. Чтобы построить управление, надо H нажать. Да, так, да, 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 да. X, X. Там еще есть, короче, самолет, самолет. За... О, нормально его бомбануло, давай, во-во. Только аккуратно, а то хана будет тебе. Да, да, да. Ой, а как взлететь, погоди, полететь. По-моему, на пробел, на пробел. Да. Во, нормально, давай, ма, хух справа ему чисто, по мордасам ему. Оп, 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 оп.
Если что, друзья, вот это, видите, ма, видите, тут подписано. Аргент, девушка. Давай, гаси его, во-во-во. Огнемет его, вообще, ма. Мы в упор, короче, сейчас покажу. Ого, ты крылья активировала как-то. Так, 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 так. Уе, ты его просто бомбанула. Нормально, чисто ма сила. Чисто сила Годзилла. Всех тут разнесло. Еее. Ну все, вылази. Да, на shift, вылази. Еее, круто вообще. Смотри, у тебя, короче, там крылья, как у командора активировались. Смотри. Да, вообще супер выглядит, кстати. Вообще, чисто командор. Нифига, ма разнесла. Их просто в щепки вообще. Это была просто. Да. Смотри, как этих... Ого, смотри, как этого пробомбило вниз куда-то вообще. Это он, наверное, сам провалился, он тяжелый. Да, просто. Да, да, он тяжелый. Короче, я думаю, Людочка нас опять посадит. Ма. Ну, если как посадит, так и выберемся, короче. Ну да, 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 в общем, это... Ну, слушай, давай полетаем, посмотрим, что тут у нас произошло. Вот этот белый, смотри, как уж я упал. Аж тут, короче, кратер остался. И что это такое? Я, честно говоря, вообще не понимаю, где что было. Ну да, тут вообще что-то вообще какая-то дичь. Кошмар. А дом наш живой? Ой, смотри, они наш... Они дом наш, короче, уничтожили. Какое? Хай-тек? Да, который мы строили, смотри. Ну все восстановим, короче. Тут вообще просто прошлись по нему. Здесь даже какую-то, смотри, штуку. Ой, ёшкин кот. Да, вообще. Короче, мы, друзья, все восстановим. Вот, да, мы все починим. Так что не всё переживайте. Починим. Да, вот. Мы прямо сейчас после серии начнем все это чинить. Вот, поэтому как-то так. В общем, дорогие друзья, давай, ма, приземляемся. Давай, давай, пока. Дорогие друзья, ставьте лайк. Оп, погоди. Оп. Потому да, что нам сейчас, да, потому что нам сейчас 6 часов все это строить заново, все это восстанавливать. Ну, и ради вообще. Этого лайк ставьте. Да, ребятушки, обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. И комментик напишите, как вам вообще все это. Да, 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 да. И напишите, а совпало то, за кого вы болели, с тем, кто победил, или нет? Или вы тоже ошиблись, как и мы? Мы вообще не тех выбрали, оказывается, белый. Да, мы вообще ошиблись, просто пролетели. Да, так что нам не играть в казино, ребятушки. Ну, в общем, все, дорогие друзья, ставьте лайк и всем пока! Покусики, покусики.